30 лет – учить, вдохновлять и развивать. Одинцовское управление образования отмечает круглую дату. В честь знакового события в концертном зале Дома культуры «Горки-10» собрались работники и ветераны сферы, депутаты, сторонники партии «Единая Россия» и общественники, а также представители окружного благочиния. Со сцены в этот вечер звучали самые теплые слова. 30 лет, много это или мало, это все будет в истории. Очень много будет сказано сегодня. Я просто искренне хочу сказать вам, спасибо вам огромное за наших детей. И низкий вам за это поклон. Солидный возраст организации позволяет взглянуть назад на пройденный путь и вспомнить, как все начиналось. Особую благодарность выразили первому руководителю управления, заслуженному педагогу и почетному гражданину Одинцовского района Гильде Бот, которая стояла у истоков становления организации и не один десяток лет верой и правдой служила на благо подрастающего поколения. Действительно, и фламандский проект, и спортивные школы. В таком оригинальном исполнении, как школа фехтования, это все рождалось при вас, Гильда Исановна. Все самое лучшее, поэтому вы создатель системы. Система образования фундаментальной. Сегодня управление образования идет в ногу со временем, внедряет инновационные методики и технологии для решения актуальных задач воспитания детей. Но главным богатством организации неизменно остаются ее сотрудники и педагоги. Один человек ничего сделать не может. Должна быть команда. И вот команде, а это вот все, кто в управлении и в отделе народного образования работал, это руководители школ и их заместители, ну, учителя это само собой. Поэтому я всем вам очень благодарна. Празднование 30-летия управления объединились еще одним важным событием – церемонией награждения победителей профессиональных педагогических конкурсов 2023. Почетные грамоты, дипломы и подарки вручили учителям и воспитателю года, лучшему педагогу-психологу, а также призерам в номинациях «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Поздравили педагогов и творческими подарками. Для гостей праздника выступили детские коллективы округа и профессиональные музыканты. Встань, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».